Привет. Привет. Мы арт-дуэт Лен Ин. Аббревиатура начальных букв. Лена Краснянок. И Инна Морозова. Мы живем и работаем в Челябинске. Сейчас мы находимся в нашей студии. Хотим рассказать о своей картине «Белые начинают и выигрывают». Для выставки «Арктика, Антарктика», галереи «Ёлка Арт». Нас часто спрашивают, как мы работаем вдвоем. Легко, меняясь местами. Из доли юмора. «Арктик» в переводе означает с греческого «медведь». И таким образом появился наш первый персонаж. А «Антарктида» — это напротив Арктики. И, соответственно, антипод белого медведя — черный пингвин. Белое, черное, но он приходит в шахматы. Белый медведь, черный пингвин играют в шахматы красивейшую партию века. И кажется, мы знаем, кто победит.